Плав, режь. Всем привет. Половина четвертого утра. 6 сентября. Сегодня однодневный сплав по реке Режь. Нужно пройти примерно 40 километров. Сейчас заезжаю за товарищем и едем на речку. Приехали в деревню Сохарево. Идем к реке. На улице довольно свежо. Трава мокрая. Мы на реке. Вот накачали мы свои лодки. Немножко перекусили. С такого помостика стартуем. Паша уже уплыл. В 7 часов утра стартовали. Не знаю, видно, не видно на камере, но вот сильно парит с реки. Вообще пар идет мощный. Да. Течения практически нету. Сегодня нам придется фигачить 40 километров по спокойной воде. Это будет, наверное, непросто. Пальцы замерзли. Камень налетел. Ох, еще один. Ну вот, наконец-то стало солнце. И стало очень тепло. Мост бывший пешеходный. По берегам идет такой приятный сосновый лес. Ну вот, доплыли до деревни Липина. 13 километров проплыли. В общем, проплываем Липинские скалы. Красивые довольно. Сразу после Липина практически идет такая вот большая длиннющая скала, называется Тигров камень. Эта часть похожа на морду тигра. Мостик пешеходный, низенький такой. Как будто назад, слушай, тащит. Есть такое. Открытое место, и тополя прямо на берегу растут. Интересно очень. Пошли на эту... А, или там ветрено, наверное, да? Вон там наши лодочки внизу стоят. Дырку такую нашли здесь, в скале, где остановились. Прямо к речке выходит. Проплываем. Довольно крупный населенный пункт на нашем маршруте Миронова. Короче, вообще сильнейший ветер дует, прямо сдувает обратно. Прямо посередине реки сел на мель. Сок. Приплыли в деревню Левково. Сейчас будем искать, где здесь есть пещера. Ты направо ушел, здесь течение такое жесткое было, сюда там. Ты там не общались тут сейчас? Нет. Нет? Нет. Я что-то побоялся туда гнать. В общем, припарковались в Гаськово, идем искать пещеру. Идем на вход в пещеру. И... Может, там медведь живет? Какой медведь? Фонарик так плохо светит, или глаза просто не привыкли. Я не знаю, она не она, купехин. Ну, видимо, она. Там дальше, ну, там дальше еще есть. В общем, там в этой пещере есть купель с водой.
можно искупаться, наверное, при желании. Остановились перекусить. Варим лапшу с томатной пастой. Финишный рывок. Путь до Ромашева. Еще примерно 13 километров. Еще время чуть-чуть. Уже 3 часа дня. Еще немножко. Сегодня столкнулись с таким, что дует встречный ветер прямо вот на реке. Образуют сильные волны. Прямо сдувает в обратную сторону. Приходится постоянно бороться с сильным ветром. Поэтому тяжеловато, конечно, плыть сегодня. Вот эти вот повороты, они похожие все, да? Можно один раз снять и все. Проплыли 32 километра. Камень Змеиный. Начало сентября, а вода в речке чистейшая. Это глубина полметра, видно дно. Вот подплываем к деревне Ромашево. Ну вот и конечная точка нашего сегодняшнего маршрута. Огромная скала Шайтан-Камень в деревне Ромашево. Впечатляет, конечно, размеры, масштаб. Все, прибываем к берегу. Сегодня прошли по реке 42 километра. Финишируем. Сейчас 6 часов вечера. Получается, что мы плыли 1 часов. Средняя скорость 4,5 км в час. Собрали вещи. Половина седьмого вечера. Сейчас мы выдвигаемся в сторону обратно. В сторону машины в деревню Сахарева. 22 километра. Как обычно, бегом. А потом уже вернемся сюда за вещами на машине. Добежали мы до машины, 21 километр за час 33, уже в темноте. Все, теперь едем домой, все закончено. Спасибо за внимание.